конце года собственники 914 квартир получат заветные ключи в новом жилом комплексе. На днях состоялась сдача первой очереди застройки. Комиссия проверила состояние фасадов, отделочной работы, инженерные коммуникации, чтобы они соответствовали всем существующим нормам. Мы сейчас уже вышли на комиссию для получения заключения о соответствии построенного объекта, и в декабре месяце он уже будет полностью достроен и сдан. Застройщики уверяют, комплекс будет соответствовать современным стандартам. По всей территории будут установлены камеры видеонаблюдения, пандусы, появится собственная котельная и многое другое. Предусмотрены колясочные зоны. И также в этом стандарт подразумевает минимальное наличие машин внутри дворовой территории, чтобы безопасно могли дети играть. Отсутствие мусоропроводов, зато будут комнаты, где предусмотрены контейнеры с раздельным сбором мусора. На территории ЖК будут и развлекательные зоны, а спортивная площадка и вовсе одна из лучших во всем городском округе, отметили в администрации. А в следующем году начнется строительство детского сада, совмещенного с начальной школой. Самое главное для меня, что я сегодня услышала и меня, конечно, безусловно порадовало, это социальные объекты, которых нам так не хватает на сегодняшний день в нашем городском округе Химки. Здесь предусмотрено 276 мест для детишек дошкольного и начального школьного образования. Конечно, безусловно, нас это очень порадовало. В ближайшее время застройщик планирует сдать еще 5 корпусов на 850 квартир. Сейчас рабочие уже приступили к облицовке фасада и установке инженерных коммуникаций.